Республика Калмыкия для меня новый регион. До этого момента, до назначения, я здесь никогда не был. Поэтому, безусловно, интересно объехать территорию, пообщаться. До приезда сюда я на прошлой неделе посещал с рабочей поездкой свое подразделение в Лагане, провел рабочую встречу там со всеми представителями федеральных органов исполнительной власти, с главой района. В общем-то, были обсуждены проблемы, как касающиеся деятельности нашего подразделения там, так и в целом взаимодействия по всем направлениям деятельности. Что касается сегодняшней встречи с главой Калмыкии, мы обсудили вопросы занятости населения в сфере рыболовства, в сфере создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса. Обсудили вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Для той территории Калмыкии они очень актуальны. Вопросы борьбы с незаконной добычей водных биологических ресурсов, их сохранения. Вот это были основные моменты, которые мы говорили. Также мы говорили о том, что необходимо продолжить работу по совершенствованию законодательства, регламентирующего хозяйственную деятельность, в том контексте, чтобы защита охраны государственной границы не создавала помех для хозяйственной деятельности местного населения, которое там проживает. Будем работать. И, пользуясь случаем, я пригласил главу Калмыкии. 28 мая у нас сдается новый большой объект, принять участие в его торжественном открытии. В Лагане. Вы будете базир, ваше управление где? У нас там отдел, и мы строим там большой комплекс. Вот если нас не подведут подрядчики, то к 28 мая мы должны его будем открыть. А вы можете сказать, какой это объект? Отдел? Объект. Или... Комплекс зданий, административных зданий. И два жилых дома. Один жилой дом. Отдел вообще большой? Отдел, типовое подразделение. Все достаточно.